7 комплектов наград разыграли борцы греко-римского стиля. В турнире участвовали команды из Узбекистана и Туркменистана. Россию представили юноши из Москвы, Татарстана, Республики Саха-Якутия, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов и двух команд Приморского края. Всего в соревнованиях принял участие 51 борец. В весовой категории до 38 килограммов первое место занял Ислам Шанов из Приморского края. В финале он одолел соперника из Узбекистана и завоевал титул победителя международных игр «Дети Азии». Как рассказал сам спортсмен, эти соревнования были очень важны, потому как ему не удавалось добраться до самого верха пьедестала больше года. Самый сложный бой был второй и четвертый, потому что соперники довольно очень сильные. Вторая схватка. Один из Московской области, из Москвы. Очень хороший борец. Очень хорошо борется. Вот так вот. А последняя из Узбекистана, да. Сильно боялся, переживал то, что проиграл. Никогда не видел, как узбекистанцы борются. В весовой категории до 92 килограммов претендента на бронзовую медаль из Узбекистана также вытеснил спортсмен Приморского края Кирилл Щербаков. Настраивался. Мне тренер сказал, не выходи сюда, не смотреть на схватки, так как это тебя более пугает, услышает. Я просто уходил в коридор, включал музыку интенсивную и готовился в коридоре. Это было сложно. Я уже боролся с этим соперником до этого, в 1-4 финале. Сейчас он оказался пободрее, так как мы уже прочувствовали друг друга. Соревнования собрали немало поклонников олимпийского вида спорта. Зрители с большим интересом наблюдали за происходящими схватками. Каждый поединок был увлекательным и захватывающим. Анна Дьякова, новости на 8.